Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Сегодня мы начинаем готовить к Пасхе. И будем тестировать вот такие вот натуральные красители. Они продаются в магазине, написано, что они 100% натуральные. Производитель — домашняя кухня. Я ни разу их не покупала, хочу попробовать и посмотреть, что же из этого получится, потому что мы красим яйца капустой, куркумой, но готовые магазины красители тоже очень интересный вариант. Можно не заморачиваться, купить вот такую коробочку и покрасить. Сейчас вместе с вами откроем, попробуем и увидим, что же из этого получится, и стоит ли вообще его покупать. Кроме самих красителей, нам понадобятся сваренные вкрутую белые яйца, вода, стаканы и обычные столовые ложки. Стаканы должны быть такими, чтобы в них помещалось яйцо и вода покрывала их целиком, и количество стаканов и ложек должно быть по количеству цветов. У нас их здесь 4. Открываем пакетики с краской и насыпаем каждый краситель в свой стакан. Затем наливаем в каждый краситель горячую воду. У меня была вода только что из чайника. В инструкции на упаковке написано, что уксус добавлять не нужно. Ну, точнее, про уксус вообще ничего не сказано, поэтому мы просто перемешиваем воду с красителем. Я для этого использую вилку, это очень удобно. Только чтобы не смешивать цвета красителей, пожалуйста, протирайте вилку бумажной салфеткой после каждого использования. Теперь берем уже сваренные вкрутую яйца и опускаем их в красители. Используем для каждого цвета свою столовую ложку. Оставляем яйца в красителе примерно на 5 минут. За эти 5 минут лучше пару раз перевернуть яйцо в стакане, чтобы оно окрасилось равномерно. Через 5 минут яйцо из красителя можно вынуть и оставить его сохнуть на тарелочке или на специальной подставке, или посмотреть цвет и оставить его еще на 5 минут, чтобы цвет стал насыщеннее и ярче. По моему опыту, одного пакетика красителя хватает примерно на 4 яйца. Посмотрите, какие цвета у нас получились за 5 минут. Сиреневый, розовый, желтый и зеленый. Мне кажется, что это очень красиво, а главное, натурально. Здесь нет абсолютно никакой химии. Делайте, пожалуйста, выводы сами. Если вам нравится, покупайте вот этот краситель. Еще раз покажу, как он выглядит, если вам понравился результат. И делайте точно такие же пасхальные яйца. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.